Клавирный концерт Баха звучит в исполнении фортепиано с оркестром. Солист Александр Князев. Он еще учится, но уже получил высокую оценку специалистов. Александр неоднократно становился слушателем Академии Юрия Башмета. Альтист с мировым именем. Народный артист России проводит в Самаре обучающую программу, благодаря которой многие юные музыканты становятся учениками известных музыкальных педагогов. Я изучил новый прием музыки, поучаствовал в мастер-классах. Это уже седьмая по счету Академии Юрия Башмета в Самаре. Торжественное открытие состоялось на сцене Самарской филармонии. А далее уроки, мастер-классы, лекции пройдут в музыкальных школах в разных городах области. С каждым годом желающих учиться у выдающихся музыкантов все больше, и география участников расширяется. В этом году приехали слушатели из Японии и Китая. В этом году 47 участников у нас из городов Самарской области. Более 20 человек – это дети из стран СНГ и Балтии. И большое количество интересных педагогов, профессиональных, которые в этом году, так же, как и в предыдущие, проведут мастер-классы, уроки, соответственно, плодотворно поработают с нашими детьми, с нашими юными музыкантами. Каждый из юных скрипачей, виолончелистов, пианистов строит планы на большое музыкальное будущее. А потому каждый такой урок многого стоит. В этом году для участия в Академии прибыли 9 выдающихся музыкантов. Профессор Парижской консерватории Рало Кавак уже не впервые в Самаре. Немало таких, которые были здесь, которые уезжали, как слышали, и в Москву, и приезжали даже и на мастер-классы за рубеж, пишут очень много. Всего неделю длится Академия. Это время дается ученикам, чтобы взять все самое лучшее, чему могут научить музыканты, которые сами достигли большого успеха. А для кого-то с таких уроков начнется путь к своему музыкальному олимпу. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.